вина достоинства, говорят целебные. Я решил попробовать, бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезла, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пенье заунывное. И виденье оказалось грубым мужиком. Ну, если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. И если было у меня времени хотя бы час, я бы дворников позвал с метлами оттуда. Вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил: товарищ Ибн, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпью-то обязательно. Но к этим шуткам отношусь я очень отрицательно. Тут мужик, так что хитрость говорю, брось свою иудину. Прямо, значит, отвечай, кто тебе послал и кто загнал тебя сюда в винную посудину. От кого скрывался ты и чего скрывал? Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо: я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. И за свободу за мою захотите, ежели вы, и забью за вас любого, можно даже двух. Тут я понял, это джин, он ведь может многое. Он же может мне сказать: в раз озолочу ваше предложение, говорю, убогое. Морды будем после бить, я вина хочу. Ну а после чудеса мне по такому случаю я до небес дворец хочу, ты на то и без. А он мне: мы таким делам, говорите, вовсе не обучены, и кроме мордобития никаких чудес. Врешь, кричу, шалишь, кричу, но и дух в амбицию. Стукнул раз специалист, видно по нему. Я, конечно, побежал, позвонил в милицию. Убивают, говорю, прямо на дому. Вот они подъехали, показали аспиду. Супротив милиции он ничего не смог. Вывели полезного, руки ему за спину и с размаху кинули в черный вранок. Что с ним стало? Может быть, он в тюряге мается. Чем в бутылке, лучше уже в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается. Если будет выступать, я пойду смотреть.